саламатсыздар ма? Қарғаш қаным, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Басталмады ма? Әлі 5 минуттай бар екен. Әлі 5 минут уақытымыз бар. Кішкене күте тұрайық. Здравствуйте, уважаемые временные члены сегодняшнего нашего заседания и рецензенты. Пожалуйста, здесь в этом на заседании переименовать надо ваши фамилии. Переименуйте, пожалуйста. Я сейчас видела Ольга. Сейчас скажу. Здравствуйте, Шибалина Ольга. Да, Шибалина Ольга. Вы, получается, Анна Алексеевна, да? Заходите по другому аккаунту, да? Нет, 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 это я докторант первого года. Извините, я думала, это наши временные члены диссовета, поэтому спрашиваю, извините. Да, все понятно. Угу. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Добрый день всем. Сегодня у нас предстоит... Здравствуйте, Светлана Васильевна. Ой, здравствуйте, Светлана Муратутешевич, я рада вас видеть в нашем совете. Разабуталиповна, с началом работы. Спасибо. Мы тоже очень рады вас видеть на сегодняшней защите. Добро пожаловать всем. Подождем. Я кішкене күте тұрайық. Роза Уталипна, саламатсыздар. Мой, саламатсыз ба? Улан. Да-да, жақсы, саламатсыз. Оралбаевич. Оу, с началом учебного года. Да-да, барлықтарын құттықтаймын, я жаңа оқу жылымен. Қарғаш, сізге де сәттілік. Рахмет, рахмет. Ждем остальных. Да-да. Соединяться сейчас. Да. Светлана Васильевна, саламатсыз. Саламатсыз. Елена Леонидовна, нет, да? Она пыталась войти, то она должна быть уже где-то это. Марина Юрьевна нету. Главный действующий лицо. Сейчас она зайдет, она мне написала, сейчас зайдет. Так, нас... чтобы все было сейчас, как говорится, по маслу. Дай Бог, будем ждать, чтобы интернет не подвел, чтобы все вошли. Ланко, есть, нет? Есть, он зашел. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Дмитрий Александрович, ваше личико хотим увидеть. Где он там? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. О, ғазиз. Докторант, окончивший третий курс. Өте қуаныштым барлықтарыңызды көруге. Ғазиз, ау. Сіздің зарубежный консультантыңыз бар ма? Бар болу керек, қазір мен жазайын. Қазір жазып жіберейін. Ражда Лиханна, Ланконе, я не вижу. Сейчас, пожалуйста. Ланко, я, кажется, только что видела. Дмитрий Александрович, что-то не вижу. Видео то, қорғау бойынша қосылып тұру керек, қарғаш, бізде барлық мүшелерде или... Бәрімізде, я... Вот-вот-вот уже заходят все. Уважаемые коллеги, нужно, чтобы видео не выключали, идет запись. Сейчас я еще скажу, когда мы начнем. Видео не выключать и с места не вставать. Потерпите полтора часа, потому что эта запись идет, потом она ставится на сайт.
Так, у нас уже прилично присутствует. Самое главное, чтобы наши члены диссовета все присутствовали. Елена, так, ответьте. Елена Леонидовна здесь, да? Есть Елена Леонидовна. 8 человек, которые... Лиза Ролановна, добрый день. Наш зарубежный голос. Добрый день. Лиза заходит. Добрый день, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день, коллеги. Леся Ролановна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Давно вас я не видела, теперь будьте всегда с нами. Ой, замечательно, я только за. У нас по религии очень много, есть диссертации, 3-4. Осилим. Так, тогда Роза Уталиповна, по списку, да, отметим, кто присутствует, кого еще нет. Хорошо, давайте. Тогда идемте, давайте по списку пройдемся. Так, Роза Уталиповна здесь, Нурлан Уралбаевич здесь, Дмитрий Александрович здесь, да, Роза Уталиповна? Да. Дмитрий Александрович, как у вас дела? Как Санкт-Петербург? Спасибо, у нас еще лето, тепло, да? Солнечно. Добрый день. Добрый день. Да, в декабре я, возможно, приеду к вам на защиту Булгакова. Здорово, буду очень рад. Приезжайте, пожалуйста. Да. Светлана Васильевна здесь. Леся Ролановна. Здесь? Здесь. Угу. Елена Леонидовна, вы здесь? Да, здесь. Ага, о, хорошо. Как ваше здоровье, Елена Леонидовна? Султан Мурат Утешевич. У Шерде, да? Здесь. Там, но там. Болда. А, Марина Юрьевна? Здесь я. Ага. Елена Алексеевна. Елена Алексеевна. Да, Роза Удалиповна, да. Митя, включите всегда, не выключайте, пожалуйста. Хорошо, Роза Удалиповна. Елена Алексеевна здесь? Да, здесь. Хорошо. Азамат Кадырбекович здесь, да? Жаңа көрдім ба? Азамат Кадырбекович, вы здесь? Тарбаева, да? Видите, да, его? Что-то я не вижу. Марина Юрьевна, вы видите? Сейчас я тоже уточню. Все Италии здесь, я вижу. Да, я здесь. Хош келдіңіз. Тоже включите видео, Али. Здравствуйте. У меня связи не очень, я у моря, поэтому интернет не очень. Иногда проблема есть. Азамат Кадырбекович, получается, еще нету. Подождем, да, Роза Уталиповна? А вот. Позвонить ему. Азамат Кадырбекович. Ну, Газиз пусть, наверное, позвонит. Газиз. И он потом присоединится. Время идет, уже 5 минут, давайте мы начнем. Но Газиз пусть... Вот подключился, кажется. Да? Азамат Кадырбекович, вы слышите меня? Идет подключение, Каргаш Далилхана. Да, я вот, кажется, видела. Сейчас я выключу телефон. Так, Азамат Кадырбекович. Не слышу вас. Вы здесь? Вызов ему отправьте тогда. Теперь ждем одного. Уже 5 минут. Газиз, вы можете ему позвонить?
Каргаш Дельхановна, я звоню ему сейчас. Позвоните, пожалуйста. Наверное, начнем, он присоединится. Да, давайте начнем, потому что он подключается, он сейчас присоединится. Может быть, да, подключился, да? Проблемы может быть. А как ты называешься? Ты под своим именем? Да, что-то нету. Все, на месте, он говорит. На месте. Все тогда, спасибо. Все, спасибо, дорогой. Все, спасибо. Нет, да, присутствует. Разрешите, я начинаю. Хорошо. Уважаемые коллеги, уважаемые члены диссовета, уважаемые гости, уважаемые докторанты, всех я поздравляю с началом учебного года. И у нас тоже в диссовете начинается начало защиты диссертации. Поэтому сегодня мы начинаем очередное заседание диссертационного совета в онлайн-режиме на платформе Zoom. Всех прошу, пожалуйста, членов диссовета не выключать видео. Это будет вестись запись, поэтому и эта запись зумовская будет висеть на сайте нашего Евразийского университета. Итак, в соответствии с приказом ректора и решением ученого совета имени Гумилева от 9 июня 2021 года приказом 859 об утверждении постоянного состава диссертационных советов был утвержден диссертационный совет 8D031 «Социальные науки» по двум специальностям. 6D050200 «Политология», 6D050100 «Социология» с утверждением 4 ученых по данным специальностям. В связи с утверждением положения о диссертационном совете ИНУ имени Гумилева, приказ о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МОН-РК номер 98 от 9 марта 2021 года вступил в силу 28 марта 2021 года решением диссертационного совета протокол номер 3 от 21 июня 2021 года ИНУ имени Гумилева были утверждены 4 ученых, временные члены диссертационного совета. Теперь разрешите ознакомить с постоянным советом диссертационного совета, который состоит из 4 ученых. Председатель диссовета Нуртазина Роза Алтариповна, доктор политических наук, профессор кафедры политологии ИНУ имени Гумилева. Заместитель председателя диссовета Байгабылов Нурлан Уралбаевич, доктор философии, PhD, доцент кафедры социологии ИНУ имени Гумилева. Следующий ученый секретарь диссертационного совета Жанписова Каргаш Даилхановна, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии ИНУ имени Гумилева. И зарубежный член диссертационного совета Ланко Дмитрий Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, город Санкт-Петербург, Российская Федерация. Теперь разрешите озвучить временные наших членов диссертационного совета. Это ученые, научные исследования которых соприкасались с темой государственной политики Казахстана по предотвращению религиозного экстремизма. Хажирова Светлана Васильевна, доктор политических наук, профессор университета Астана. Специальность 23.0002, политические институты, этнополитическая конфликтология,
национальные и политические процессы и технологии. Город Нур-Султан, Республика Казахстан. Каратаева Леся Ролановна. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Специальность 07-0015. История международных отношений и внешней политики. Город Нур-Султан, Республика Казахстан. Нечаева Елена Леонидовна, кандидат политических наук, профессор кафедры ЕНУ имени Гумилева. Специальность 23-0002. Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные политические процессы и технологии, город Нур-Султан, Республика Казахстан. Абжалов Султанмурат Утешевич, кандидат философских наук, профессор кафедры политологии, декан факультета гуманитарных наук Международного казахско-турецкого университета имени Хаджа Ахмеда Исави, директор научно-исследовательского центра Исави. Специальность 03-0013, религиоведение, философская антропология, философия культуры, город Туркестан, Республика Казахстан. Утвержденный состав Диссовета 4 ученых, временные члены Диссовета 4 ученых. На сегодняшнем заседании присутствует 8 членов Совета. Необходимый кворум имеется. Разрешите начать заседание диссертационного совета. Уважаемые члены диссертационного совета, сегодня на повестке дня защита диссертационного исследования Досмухамед Улыгазиза на тему «Государственная политика Казахстана по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи» по специальности 6D050200 «Политология». Научные консультанты: Анучка Марина Юрьевна, кандидат политических наук, профессор кафедры политологии имени Гумилева, специальность такая же 23-0002. Далее Аджуси Али, это зарубежный консультант, доктор PhD, профессор университета Илдрым Биязи, Турция. Разрешите также озвучить официальных рецензентов. Щелокова Елена Алексеевна, кандидат политнаук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института коммуникации государственной безопасности, город Нур-Султан, Республика Казахстан. Утарбаев Азамат Кадырбекович, кандидат политических наук, сотрудник комитета национальной безопасности Республики Казахстан, специальность 23-0002. Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные интересы, политические процессы и технологии, город Нур-Султан, Республика Казахстан. Также сегодня у нас диссовет, заседание диссовета всегда открытое, поэтому сегодня присутствуют на заседании диссовета представители профессорско-преподавательского состава и докторанты кафедры политологии и социологии, руководитель отдела аттестации научных кадров постдокторантуры Гурибаева Майнура Абильтаевна и приглашенные гости. Теперь давайте я озвучу следующий регламент заседания. Ученый секретарь 10 минут. Выступление докторанта 15-20 минут, научный консультант 10 минут, зарубежный научный консультант 10 минут, официальные рецензенты по 10 минут, дискуссия 7 минут, процесс голосования 15 минут, утверждение проекта заключения по классификационным признакам 15 минут. Итого час 25 или 30 минут. Имеется ли возражение? Я думаю, что члены диссовета согласны, возражений нет. Повестка дня утверждается единогласно. Приступаем к процедуре защиты диссертационного исследования. Слово для информации о личном
деле диссертанта в соответствии представленных документов, установленным требованием, предоставляется ученому секретарю, кандидату политических наук, доценту кафедры политологии Жанписовой Каргаш Далилхановне. Пожалуйста. Спасибо, Роза Талиповна. Саламатсыздарма, құрметті диссертация кеңесі мүшелері және қатысушылар. Позвольте мне зачитать данные из личного дела соискателя. Досмухамбетұлы Ғазиз родился 7 мая 1975 года в городе Семей Восточно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева с отличием по направлению технология машиностроения. В 2002 году окончил Карагандинский экономический университет по специальности юриспруденция. В 2012 году окончил магистратуру Евразийского национального университета имени Гумилева по специальности международное право. За период обучения в магистратуре прошел стажировку в Вильнюсском университете Литва. Свою трудовую карьеру Газиз Досмухамбетұлы начал в 1997 году в качестве инженера в конструкторском бюро Алматинского электротехнического завода. С 2009 года по 2019 годы работал в Евразийском национальном университете имени Льва Николаевича Гумилева в качестве советника ректора по международному сотрудничеству. В круг его служебных обязанностей входила в том числе и деятельность по выявлению и предупреждению религиозного радикализма и экстремизма среди студенческой молодежи. В период с 2019 по 2020 годы работал руководителем управления стран Северной Америки, Азии, Океании, Центра международных программ «Болашак». С сентября 2020 года по настоящее время работает заместителем директора Национального центра тестирования МОНРК. В 2017 году Газиз Досмухамбетұлы поступил в докторантуру Евразийского национального университета по специальности политология. Научно-исследовательская практика была пройдена на базе университета Илдрым Биязид, город Анкара, Турция, и Кыргызско-турецкого университета Манас. В период прохождения научно-исследовательских практик принимал активное участие в международном мероприятии «Круглый стол» по возможным альтернативным стратегиям стран Центральной Азии в сфере региональной безопасности. В феврале 2020 года принял участие в семинаре Департамента по социальному и гражданскому развитию ИНУ имени Гумилева «Религия и толерантность в молодежной среде. Обмен опыта теологов, религиоведов в столичных вузах, научные подходы и пути решения». Основные результаты диссертационного исследования Газиза Досмухамбетұлы были представлены в 10 публикациях автора, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных КЭКСОН, Министерство образования и науки РК, для публикации результатов диссертации, одна статья в международном научном журнале, входящем в международные базы Web of Science и Scopus, одна статья в международном журнале, 5 статей в сборниках материалов международных научно-практических конференций, в том числе бюллетень «Евроталант Фиджи Париж». Диссертация Газиза Досмухамбетұлы была представлена на обсуждение кафедры в положенный срок. Все необходимые документы для прохождения процедуры защиты соискателям представлены. Спасибо за внимание. Я думаю, был четко озвучено личное дело. Если есть какие-то вопросы для членов Совета? Вопросов нет. Поэтому слово для доклада по основному содержанию диссертации предоставляется соискателю. Пожалуйста. Досмухамбетұлы Ғазиз. Я включила совместную демонстрацию. Можете включить.
Можно, да, сейчас тогда включу? Да, да, да. Соблюдаем регламент, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, рецензенты и присутствующие, вашему вниманию представляется диссертационная работа на тему «Государственная политика Казахстана по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи». Второй слайд. Актуальность темы нашего исследования. Сейчас, секундочку. Так, актуальность темы нашего исследования обусловлена прежде всего повышенным интересом мирового сообщества к феномену религиозного экстремизма. На фоне увеличения случаев распространения так называемых радикальных идеологий и их проявлений, в том числе террористических актов, важно внести в научный дискурс понимание степени распространения религиозного экстремизма в молодежной среде. Общество как на распространение религиозного экстремизма исламской направленности в Казахстане оказывает как внутренние, так и внешние факторы, обусловленные геополитическим положением. Последние события в Афганистане подтверждают всю степень важности обращения к данной теме, где основными участниками противоправных действий является молодежь. Близость на примере Казахстана построить картину государственной политики по противодействию распространению религиозного экстремизма среди молодежи, что актуально в контексте событий, произошедших в Казахстане в 2009, 2011, 2012 и 2016 годах. Таким образом, в данной работе представлена всеобъемлющая картина распространения религиозного экстремизма среди молодежи в Казахстане. Объектом исследования является государственная политика Республики Казахстан по предотвращению религиозного экстремизма и недопущению вовлечения молодежи в религиозные экстремистские течения. Предметом исследования является государственная политика и инструменты взаимодействия государства и общества по предупреждению и противодействию росту религиозного экстремизма среди молодежи. Целью настоящего исследования является оценка современного положения государственной политики, противодействие угрозам религиозного экстремизма, эффективность ее основных компонентов в рамках снижения влияния радикальной идеологии среди молодежи. Так, следующий. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи. Раскрыть концептуальные аспекты исследования феномена религиозного экстремизма, изучить теоретические рамки и методологию исследования религиозного экстремизма в современной молодежной среде, проанализировать потенциальные превентивные меры и систему профилактики влияния религиозного экстремизма на молодежную среду, изучить международный опыт по профилактике религиозного экстремизма среди молодежи, провести политико-правовой анализ государственной системы противодействия религиозному экстремизму в Республике Казахстан через законодательные, институциональные и общественные аспекты. Шестой. Осуществить исследование фактов и предпосылок социальной базы религиозного экстремизма среди молодежи на примере ЯНУ, а также молодежи города Нур-Султан, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанских областей. Теорико-методологическая основа исследования представлена исследовательскими трудами зарубежных и отечественных ученых по данной тематике. В процессе исследования использовались общенаучные и специальные политологические методы и приемы научного познания. Это наблюдение, сравнение, анализ и синтез, а также системный подход, сравнительный, нормативный метод политического анализа, моделирование, контент-анализ важнейших документов и законодательных актов. Одной из наиболее перспективных теоретических основ, принимаемых для понимания процесса радикализации и насильственного экстремизма, является теория социального движения. Научная новизна данного исследования состоит в следующих факторах. В научной работе проводится комплексный политологический анализ и изучение современной казахстанской
государственной политики в сфере противодействия распространению религиозного экстремизма. Проводится анализ программ, документов и действий государственных органов с учетом оценки эффективности инструментов и целенаправленности действий. Побочный политический подход позволяет оценить цели и ожидания от государственной политики. В работе проведен анализ и поиск эффективных решений, позволяющих бороться с ростом религиозного экстремизма. В рамках данного анализа рассчитывается эффективность работы государственных институтов всех уровней, включая в себя анализ социально-экономического контента жизни молодежи и корреляции социально-экономических трендов с уровнем роста религиозного экстремизма среди молодежи. Если перейдем к структуре, здесь можно наблюдать структуру проделанной работы. Вот в первой главе происходит разбор текущих методологических школ, классификации, понимание и изучение феномена религиозного экстремизма в целом и религиозного экстремизма среди молодежи в частности. Во втором изучается мировая практика противодействия распространению радикально-религиозных течений среди молодежи на примере нескольких стран. В-третьих, изучается государственная политика Республики Казахстан в сфере противодействия религиозного экстремизма в молодежной среде, а также особенности и распространение среди молодежи. Проводится институциональный анализ на основе правовой базы и доктринальных документов Республики Казахстан. В целях составления полной картины данного феномена в третьей главе также разбираются основные социально-экономические тренды молодежи, которые имеют влияние на конверсию молодежи в ряде экстремистских религиозных организаций. Следующий слайд. Основные положения, вот, которые выносим на защиту, вот, в настоящее время религиозный экстремизм как феномен является важной частью политической сферы и формирует новые аспекты актуальных угроз для политической стабильности. В этой связи важным явлением формирования объективного понимания, что определяет религиозный экстремизм в рамках правового поля и общественной оценки. Здесь так. Дальше перейдем к следующему слайду. В ходе исследования автор пришел к некоторым умозаключениям, что в первой главе под названием «Теоретика. Методологические подходы к исследованию религиозного экстремизма в молодежной среде» рассматриваются различные призмы, через которые исследователи рассматривают данный феномен. Концептуально понятие «религиозный экстремизм» в научном дискурсе с насилием на религиозной почве. Соответственно, первая задача исследования – разобрать различные интерпретации и трактовки термина «экстремизм» были обозначены в два аспекта роста экстремизма. Это конгиативный радикализм и поведенческая радикализация. Следующий слайд. Говоря о предпосылках распространения религиозного экстремизма среди молодежи, необходимо отметить, что в научном дискурсе, помимо влияния сугубо социально-экономических причин на степень распространения религиозных экстремизмов среди молодежи, ученые также указывают на значительное влияние факторов: уровень неравенства доходов, политических свобод, уровень благосостояния, экология, детская смертность и, наконец, социальная справедливость. Таким образом, многие ученые согласны тем, что рост религиозного экстремизма прямо пропорционален росту социального неравенства и справедливости. Цели научного изучения феномена роста распространения экстремизма и идеологии был проанализирован феномен устойчивости деструктивных убеждений в социуме и психологии людей. Исторически сложилось, что молодежь – это люди от 16 до 29 лет, обладающие наиболее протестным потенциалом, активнее используют социальными сетями, более чувствительны к социально-политическим изменениям в обществе, больше подтверждена социальная мобилизация и нонконформистских групп, активнее доступ к обширной базе информации и ее интерпретации в сети интернет. Опираясь на исследователей, мы видели следующие факторы, определяющие риск распространения радикального экстремизма: элементы, образующие питательную среду, индивидуальные факторы толчка, факторы воздействия окружающей среды,
Международный опыт показал, что эффективная государственная политика должна также включать в себя действия превентивно-профилактического характера. Следующий слайд. Одним из основных инструментов профилактики является образование, которое способно социализировать и адаптировать девиантную молодежь. Анализируя международный опыт, автор более подробно обращает внимание на канадскую технологию сужающейся лестницы. Рассматривается процесс перехода молодежи от фундаментализма к терроризму, где на каждом этапе переход от фундаментализма к терроризму имеет толкающие факторы, с которыми можно бороться. Здесь перечисляем вот толкающие факторы, факторы притяжения в лестнице, образование как основной инструмент профилактики. Четыре основных подхода канадской системы образования, которые помогают бороться с движением в лестнице, что по сути является превентивными мерами. Пропаганда ценностей гражданства и многообразия. Критическое образование для развития понимания истории, власти, отношений в обществе. Религиозная грамотность для содействия познания другого. Медиаграмотность. Следующий слайд. В качестве государства ведет активную работу одновременно и с молодежью, и с религиозными общинами. В качестве основных инициатив можно отметить работу следующих институтов, которые показаны на слайде. Это институты, программы, концепции, дорожные карты и стратегии. Основные проблемы государства политики в Казахстане – отсутствие дифференциации по языковым сегментам общества, слабость государственных институтов и механизмов в решении некоторых социально-экономических проблем, распространение религии в местах отдаление свободы, аффилированность традиционным религиозным институтов с государством. При хронологии анализа законодательства стоит отметить, что правовая основа Казахстана в сфере противодействия терроризму, и один из плюсов – это адекватно реагировать на изменения конъюнктуры. Одним из недостатков – это, однако, не предпринимаются действия на опережение. Часто и обусловлено тем, что социально-культурная среда не располагает к росту экстремизма. Тем не менее, за три десятилетия независимости социально-культурная и демографическая картина в стране поменялась и требует адекватного прогнозирования со стороны государства. Одним из плюсов можно отметить, что показатели разновидности институционально-правовой инфраструктуры Казахстана в данной сфере является его тесная интеграция с международным правом, международно-гуманитарным правом и решениями ООН. Также можно подчеркнуть в качестве положительных моментов, это один из отличительных механизмов является информационно-просветительские группы, которые работают в качестве профилактики, а также в сфере реабилитации. Вместе с тем нарастает борьба между государственными или поддерживающими государство проповедниками ислама и радикальными исламскими проповедниками. В результате проведенного анализа государственной системы профилактики религиозного экстремизма сделаны выводы и рекомендации. Молодежь не имеет представления о религиозном экстремизме, осознает опасность этого социального явления для личности, общества и государства, признает необходимость борьбы с его проявлениями, одобряет государственные меры по его предупреждению. Государство ставит перед собой также цели – проводить систематические и постоянные информационные кампании об опасности религиозного экстремизма и проводить обучение молодежи превентивными мерами в случае встречи с агентами религиозного экстремизма через средства массовой информации и интернет-источники. Анализируя госполитику, государство считает, что основной причиной распределения религиозного экстремизма является неспособность молодежи к критическому мышлению, а также отсутствие необходимости уровня религиозной грамотности. В качестве рекомендаций следует подчеркнуть необходимость подготовить квалифицированных специалистов, религиоведов и представителей от религии для проведения работы по повышению уровня религиозной культуры, грамотности населения. Казахстан имеет относительно недостаточный опыт в вопросе профилактики религиозного экстремизма в государстве. Профилактические мероприятия, проводимые в регионе, должны носить четкий, доступный характер. Формирование
религиозной культуры населения необходимо взаимодействие духовных представителей всех конфессий, объединенных мыслями о совместном противодействии религиозному экстремизму. Необходимо изучить и адаптировать международный опыт профилактики религиозного экстремизма, проанализировать методы и способы, используемые религиозными деятелями для их возможного включения в профилактическую деятельность, вовлекать молодежь в профилактические мероприятия в качестве волонтеров, тем самым повышая уровень религиозной культуры волонтеров и уровень лояльности молодежи в профилактическом мероприятии, проводимом волонтерами. Следующий слайд. Хотел остановиться на примере ЕНУ. ВУЗ ведет по противодействию распространению религиозного экстремизма молодежной среды посредством следующих инструментов. Это проводятся лекции теологов, сотрудниками правоохранительных органов тоже привлекаются для расширения кругозора. Создают благоприятные физические инфраструктуры. Это общежития, библиотеки. Создаются благоприятные социальные инфраструктуры. Это студенческие клубы, дебатные клубы, старостаты. Для понимания ситуации с религиозными экстремистами в молодежной среде в регионах был проведен социологический опрос в городах Нур-Султан, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Алматинская и Туркестанская области. В опросе приняло порядка 2500 человек, то есть по 500 человек с каждого региона. Состоялся репрезентативный срез по гендерному, этническому, географическому, возрастному, профессиональному и социальным признакам. На слайде мы видим. Все. У молодых респондентов чаще всего, чем у других когорт, акцентированы такие мотивы посещения, как мечети, как познавательные цели, встречи с имамами, общение с друзьями, любопытство. Получение знаний от источников в интернете является более популярным среди респондентов. Религиозная литература старших поколений. У средних и старших поколений авторитет имама выше, чем у молодых. Молодые респонденты в первую очередь ищут ответы у духовные вопросы у родных и близких. Матис, пожалуйста, время уже 20 минут у вас. Угу. Тогда давайте к выводам перейдем сразу. Ага. Автор пришел к выводам, что национальная система профилактики религиозного экстремизма построена с учетом восприятия всей полноты угрозы подобного явления и опыта зарубежных стран. Также применена методика повседневной оценки эффективности реализации государственной программы и других стратегических документов в сфере профилактики религиозного экстремизма. Сформирована работа государственных органов, которые имеют весьма обширный ресурс по организации повседневной работы. Вызывает интерес казахстанский опыт дерадикализации и регенерации лиц, вернувшихся из зон террористической активности. Казахстан впервые в мировой практике развернул полномасштабную специальную операцию «Жусан» по вызову граждан Казахстана из зон боевых действий Сирии и Ирана. Для проведения комплекса мероприятий с каждым человеком велась работа именно в рамках актуальных задач государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 2018-2022. В то же время для Республики Казахстан в реалиях социально-экономических потрясений, вызванных различными факторами, имеют место потенциальные риски, связанные с радикализацией маргинальной молодежи, которая не смогла специализироваться в новых условиях и тем самым оказалась в уязвимом положении. В этом плане необходимо отметить, что роль неправительственного сектора, который с учетом наработанного опыта доказала свою эффективность в рамках деятельности в части профилактики религиозного экстремизма. Формирование подобного рода взаимодействия позволит создать на местном уровне устойчивые неприятия радикальных идей. Стоит отметить, что высокая роль ДУМК как важной части государственной системы профилактики религиозного экстремизма. В качестве рекомендации хотелось бы привести примеры. Учитывая складывающуюся социально-экономическую ситуацию в Казахстане, необходимо сформировать государственные программы и стратегических документов, позволяющие молодежи получать возможность социализируется путем получения образования, трудоустройства,
Предлагается сформировать на базе Министерства информации и общественного развития, Министерства образования комплексные программы обучения специалистов медиа-маркетинга, а также в сфере интернет-коммуникации. Такого рода подход позволит снизить потенциал влияния экстремистских движений, создать альтернативный им опыт интернет-контент. Формируется необходимость повышения уровня подготовки в сфере кадров религиозного образования, имамы, теологи. Подобная необходимость направлена на то, чтобы обеспечить на первоначальном уровне противодействие радикальным идеям. Формирование высокоэффективного религиозного духовенства создает большие трудности для представителей экстремистских движений в силу отсутствия возможности вовлечения молодежи, имеют слабые знания о религии. Необходимо возобновить практику проведения курса повышения квалификации для имамов в Академии госуправления по направлениям история, экономика, политология, а также обучение дополнительных навыков, таких как ораторское искусство, продвижение услуг в интернете. Важным становится не только их религиозная грамотность, но и уровень светской образованности. Для создания единой концепции государственно-религиозных отношений, которая определена была для совершенствования политико-правовой базы религиозной деятельности в Казахстане, это развитие государственно-религиозных отношений также подходит, она как бы практикуется и в зарубежных странах, должны которые адекватно реагировать. Акцент должен ставиться на работу в интернет-среде. На сегодняшний день мы, как и другие страны, должны защищать от внешних факторов. Есть такие программы, такие как Кибершит, идеологическая программа Рухани Жангару, Мангелик Ель, но они не в полной мере работают в интернет-пространстве. Пока они остаются больше ориентированы на живую работу с молодежью. Реализация программы не использует механизмы политологического и социологического маркетинга, тогда как оппоненты, экстремистские идеологи в борьбе за умы молодых искусно ими владеют, знают и понимают своего потребителя. Спасибо вам, благодарю за внимание. Если есть вопросы, готов с радостью ответить. Спасибо за ваш доклад. Мы считаем, что доклад окончен. Прошу всех членов Госсовета, если есть вопросы, задавать нашему исследователю. Пожалуйста, Ильхана, пожалуйста, уберите это. Демонстрацию тоже он. Закончена демонстрация. Роза Витальевна, можно вопрос, да? Пожалуйста. Сейчас. Демонстрацию уберите, пожалуйста. Сейчас. Пожалуйста, Елена Леонидовна. Спасибо. С большим интересом посмотрела вашу презентацию в газете. Очень интересные данные там представлены. И вот хотела спросить у вас такой момент. У вас прозвучала мысль о том, что религиозный экстремизм проявляет в своем распространении внутренние и внешние факторы. Не могли бы вы более подробно на этом остановиться и конкретизировать, что вы имели в виду под внутренними и внешними факторами? Спасибо. Спасибо, Елена Леонидовна. Еще есть вопросы? Да, можно у меня? Пожалуйста. Кто? Можно мне? Пожалуйста, тут Ваш ответ включилась. Светлана Васильевна, пожалуйста, добрый день. Пусть Светлана Васильевна, я буду после. Спасибо. Я хочу благодарить вас за вашу презентацию. Вообще замечательную презентацию, потому что все-таки вам удалось квинтэссенцию своей работы показать и продемонстрировать. У меня первый вопрос. Вы часто говорите о теории социального движения. Да, это сейчас очень модная теория. Майер Зальт, Роберт Эш. Но как она согласуется с вашей работой? Расскажите, пожалуйста. И у вас в работе, я отметила этот момент, сейчас вы в презентации говорили, вы даете в своей работе характеристику законодательства в хронологическом порядке. Вообще это замечательный момент, очень интересные законы. Говорите, что правовая основа Республики Казахстан в сфере противодействия терроризму адекватно реагировала на изменения на конъюнктуру. Но в то же время вы замечаете, что однако
почти не предпринимались действия на опережение. Частично это обусловлено тем, что социально-культурная среда не располагала к росту экстремизма. Очень такой вот сложный момент. Только ли это явилось причиной отсутствия действий на опережение в государственной правовой сфере? Спасибо. Спасибо, Светлана Васильевна. Члены диссовета, еще есть вопросы? Сатта Сракойсам. Пожалуйста, Сатан. Сатан Мурат, ага. Құрметті ізденуші, менің сізге мынадай бір сұрағым бар. Отандық дінтанушы теологтардың зерттеулерін сіз өз жұмысыңызда қаншалықты деңгейде қарастырдыңыз? Қарастырсаңыз, кімдерді қарастырдыңыз? Және мына сіздің зерттеу жұмысыңыздың бұған дейінгі осы тақырыпта зерттелген жұмыстардан басты ерекшелігі мен жаңалығы неде? Осыны қысқаша айтсаңыз. Екінші сұрағым. Мынау Қазақстан Республикасындағы оңалту бағытындағы жұмыстардың тиімділігіне қаншалықты баға бересіз? Яғни профилактика жұмыстары. Оңалту шаралары нақтылы нәтиже көрсетіп жатыр ма, әлде формальды сипатта ма? Және ең соңғы сұрағым, үшінші сұрағым. Мынау өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда жастар діни ақпараттарды алу кезінде көбіне мынау интернетке жүгінеді. Енді мына дін істер комитеті және мынау региондардағы дін істер басқармалары интернет кеңістігіндегі діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу үшін қандай жұмыстар атқарып жатыр? Осы туралы не айтасыз? Рахмет. Роза Утелепина, с вашего позволения, можно один вопрос? Хорошо, это гостья нашего сегодняшнего заседания, Бабша Ахметовна, пожалуйста. Так, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. У меня один вопрос соискателю Газиду Смагамбетову. У меня вот такой вопрос. Прослушав ваше выступление, вот в научной литературе очень часто встречаются довольно-таки различные характеристики в отношении экстремистов. На ваш взгляд, что общего характерно для многих, скажем, экстремистов? У меня все. Спасибо. Можно я вопрос еще задам? Пожалуйста. Каратаева. Да, слушай. Да, у меня будет, ну, наверное, два вот вопроса. Первое, да, вот когда вы говорите о слабых сторонах государственной политики, вы упоминаете о том, что наш ДУНК находится в четкой аффилиации с государством и считываться там частью верующей молодежи. В то же время вы в своих рекомендациях рекомендуете возобновить курсы повышения квалификации для имамов при Академии госуправления при президенте РК. То есть вот такая мера, она не будет восприниматься как еще большая аффилиация. Простите, вы меня слышите? Нет? Да-да-да, слышу. Да, слышу. У меня связь плохая. Я записываю. Да, значит, еще раз вопрос, да, с одной стороны, аффилиация. Не слышно. Ну, в принципе, поняли, наверное, да? Да, да. Да. Ага. Да, спасибо. Еще есть вопросы? Достаточно. Роза Уталиповна, можно сразу? Пожалуйста, пожалуйста. Ага, скажи сразу. Жақсы, ізденушінің презентациясын көрдік, рахмет. Мен мына жерде әлеуметтануш ретінде сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз әдістерді айттыңыз, иә, саясаттану бойынша айттыңыз, контент анализ дедіңіз, иә, жалпы сауалнама дедіңіз. Мен сұрағым, сіз макро региондарға бөліп отырсыз, иә, бұл жерде сіз Алматы, Түркістан, Нұр-Сұлтан дедіңіз, иә, Батыс Қазақстан, Ақтөбе. Не себепті сіз шығысты және солтүстік ауданды қамтыған жоқсыз? Бұл бір сұрақ. Себебі өйткені Батыс Қазақстан, Ақтөбе, бір Түркістан, Алматы бір регионға кетеді, иә. Не себепті шығыс жоқ және солтүстік? Екінші сұрағым, сіздің іріктемеңіз бойынша, выборка дейсіз, респонденттер бойынша 2000 дейсіз, әр регионға 500-ден келеді дейсіз. Сіз бұл демографиялық тұрғыда, статистикалық тұрғыда оны қалай бөлдіңіз бұл выборканы, жастарды? Сізде диссертацияңыз жастар арасында деп тұр. Яғни, приложение қосымшада сізде тек қана студенттер. Сондықтан сіз не бұл жерде тек қана студенттерді ғана қамтыңыз ба, респонденттерді? Осы іріктемені қалай жасадыңыз, соны түсіндірсеңіз выборка бойынша. Рахмет, Нұрлан. Ну,
И у меня есть один такой вопрос. Газис, запишите, пожалуйста. Вы записываете, да, вопрос? Да, записываю. Вот вы на странице своего исследования диссертации, на 5-6 странице, отмечаете 8 основных причин распространения у нас в Казахстане идеи религиозного экстремизма. На каком основании вот эти причины вы выявляете? И какие из этих 8 причин сегодня, то есть на современном этапе, являются угрозой для Казахстана? И какие причины уже, значит, как бы приняты меры, эффективные меры по устранению этих причин? Сразу бьется в глаза именно причины. Какие причины? Спасибо. Есть еще вопрос. Видите, у вас интересная тема, поэтому очень много вопросов. Да, она очень интересная. Достаточно. Достаточно. Конечно, да, лучше, чем правильно предложение поступило. Достаточно. Итак, пока, наверное, докторант готовится к ответам. Слово предоставляется научному консультанту, кандидату политических наук, профессору кафедры имени Гумилева, кафедры политологии, Анучке Марине Юрьевне. Пожалуйста, Марина Юрьевна, включайтесь. Добрый день, уважаемые коллеги, наши докторанты и все присутствующие. Действительно, диссертационная работа Газиза «Государственная политика Казахстана по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи», она написана на весьма актуальную, я бы сказала, жизненно важную как для Казахстана, так же, как и для Центрально-Азиатского региона, ну, я думаю, даже, можно сказать, смело, для целого мира в целом тему, да? Потому что в современных условиях религиозный экстремизм и терроризм, он представляет очень серьезную угрозу безопасности не только существования государства как политического института, но и каждого из нас, то есть каждой отдельной личности. Учитывая постоянное развитие научно-технического прогресса, неудивительно, что террористы и экстремисты используют все его результаты для достижения своих целей, поэтому вот необходимость изучения всех процессов, связанных с распространением данной деятельности, их последствия, а самое главное, предотвращению, и сподвигло Газиза взяться за столь важную тему. Сегодня вот под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, у нас именно в молодежной среде легче всего формируются вот эти радикальные взгляды и убеждения. Дело в том, что молодые граждане пополняют, именно через них пополняются ряды экстремистских, террористических организаций, которые активно используют именно казахстанскую молодежь в своих политических интересах. И количество официальных цифр, данных, которые казахстанцев, молодых казахстанцев, которые покинули, допустим, даже вот в Сирию, да, к счастью, конечно, около 162 человек удалось вернуть, но, тем не менее, это вот как раз и доказывает, что именно молодежь, да, подвержена вот этим вещам. И, то есть актуальность, она обусловлена прежде всего вот выше обозначенными моментами, но и вот почему именно в молодежной среде? Очень много работ написано по экстремизму, терроризму, по предотвращению его, но вот именно специфика работы самого Газиза вот с данной категорией, да, вот людей, и то, что именно молодежная среда в силу своих социальных характеристик, вот именно остроты восприятия окружающей обстановки, она является именно той частью общества, в которой наиболее быстро происходит вот именно накопление, реализация всего негативного, протестного потенциала, в том числе и радикального, заставляет вот именно профессионалов обращаться к этой теме, изучать ее именно с научной точки зрения. Поэтому анализ данных за последние 5 лет показывает, что возраст 4 из 5 лиц, преступная деятельность которых была пресечена, составляет не более 30 лет, и в основном это лица 19-21 года. Поэтому не случайно работа нашего докторанта является попыткой частично ответить на поставленные вопросы, проанализировать сделанную в этой сфере государством и обществом работу,
Ну и выработать, конечно, определенные рекомендации по использованию ряда превентивных мер государственной политики именно по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи в Казахстане. Сама работа, она состоит, построена по классической схеме, состоит из введения трех глав, каждая из которых имеет два параграфа, заключение, списка использованных источников, и она имеет очень строгую внутреннюю логику, выверенную структуру, направленную на достижение поставленной во введение цели и реализацию соответствующих задач. Ну, понятно, что в первой главе докторанту приходилось изучать все и исследовать именно теоретические аспекты, концептуальные подходы в изучении данной проблемы. И я считаю, что действительно ему удалось. На новизной мне показалось, что как никогда наш докторант сумел чисто философские, политологические аспекты привязать, то есть вот работать на границе с психологическими такими вот аспектами. Это тоже было очень положительно. Второй задачей, вернее, во второй главе у нас раскрывается в основном, конечно, международный опыт, который очень важен для Казахстана, то, что мы берем, и в то же время мы прекрасно понимаем, что есть часть, допустим, очень положительной практики, в том числе и законодательной, которая до сих пор Казахстаном не применяется, и наш докторант об этом говорит. Наиболее, скажем так, яркой, что ли, и наиболее важной частью в работе является ее третья часть, ее третья глава, потому что именно здесь исследуются как законодательные, институциональные, так и общественные аспекты государственной политики противодействия религиозному экстремизму в Республике Казахстан. Именно в этой главе докторант, как практик, подробно представил нам анализ законодательной базы в этой сфере, проанализировал государственные институты, их деятельность по предотвращению религиозного экстремизма в молодежной среде. Но вот именно в практической части, а именно на примере Евразийского университета, где, собственно, и разрабатывались основные вот эти инструменты, которые применяются сейчас в Казахстане в некоторых вузах не только города Астаны, но и, собственно, по всему Казахстану, наработки Газиза, что является, конечно, очень как бы ценным, мне кажется, вот именно с научной точки зрения, связь теории и практики. Соцопрос, который был проведен, он тоже нам раскрывает определенные важные моменты, но, конечно, вот в заключение я хотела сказать, что данные результаты вообще являются опытом многолетнего труда в данной сфере. И вот и методика, и формы изучения степени религиозности, и склонности молодежи к экстремистским взглядам, вот она действительно, вот вся эта, она была разработана нашим докторантам и используется во многих, еще повторюсь, крупных учебных заведениях Казахстана. Ну, по классической схеме в заключении изложены выводы, даны определенные рекомендации. Рекомендации есть очень практические, действительно, которые желательно использовать. Ну, понятно, что допускаемый объем работы, он не позволил докторанту рассматривать данную тему, ну, как бы в полной мере, да, то есть со всех сторон. Но, тем не менее, автор сумел обозначить наиболее важные ее аспекты и, собственно, раскрыть поставленные задачи. Поэтому в результате тщательного подбора материала диссертационная работа, она имеет содержательный характер, обладает внутренней логикой, оригинальностью в постановке исследовательских вопросов и поиском ответов на них. Содержание работы показывает, что автор обладает необходимыми навыками исследовательской деятельности и умело применяет различные методы анализа политической действительности. Вообще, в целом, работа, конечно, отличается не только логичным изложением, но и самостоятельностью посвящения материала, то есть очень много таких, вот, скажем так, собственных наработок. Поэтому я хочу в целом сказать, что диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к научным квалификационным работам. Научные заключения и выводы автора, они опираются на продуманную систему аргументации, логику научного мышления. А в целом полученные результаты, они характеризуются таким смысловым единством, поскольку опираются вот именно на самостоятельную исследовательскую концепцию на базе изученных теорий. Поэтому я бы хотела сказать, что исследования
нашего докторанта на тему «Государственная политика Казахстана по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи», представляет собой самостоятельное научное исследование, выполненное на высоком научно-теоретическом уровне, отличается актуальностью и новизной, отвечает всем необходимым требованиям и может быть рекомендовано к публичной защите. Ну, по моему мнению, Досмухамедов Газиз, он заслуживает присуждения ученой степени доктора философии по специальности политологии. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Марина. Благодарю, Марина Ильина. Следующее слово предоставляется зарубежному научному консультанту, доктору PhD, профессору университета Йылдырым Биязит, Турция, Аджузи Тали. Пожалуйста. Здравствуйте, добрый день, дорогие коллеги, друзья. Я очень рад. Я здесь. Я буду продолжать на английском, если возможно. Hello everyone. I am happy to be in this committee of Gaziz Dosmuhammedoglu. And I am glad that he finished his dissertation. And when he approached me when I was a top manager at the university with this topic, I was quite excited because I myself also work in this topic. And while I was working in Kyrgyzstan, I was the director of Central Asian Research Center at Manas University. And I conducted projects on the religious situation in Kyrgyzstan, and also investigated this topic, extremism among the youth. So it is very relevant to me as well. So, and he as an internship, and he came to Turkey and worked, and also he went to Kyrgyzstan to get experience from the Kyrgyz state. So we all know that this topic is very current, and it is quite interesting, especially recent developments that the United States is withdrawing from the Afghanistan, and there has always been discussions about that, whether the extremism will spread from Afghanistan, and this was a discussion during the 2014 when the United States partially withdrew. And it is quite a concern for Central Asian states. And it is also important for Kazakhstan, because the Kazakhstan is multi-faith state and has a very delicate balance between faith and religious groups. And Kazakhstan has done a pretty good job so far with preventing inter-religious conflicts in the country. So it is quite topical, and he has done a good job to investigating this research. That one thing that the strength of the dissertation is that the Gaziz is himself is practitioner. He is in the field and he knows the field, and he's a government employee. So, and this gives him a strength in terms of like first-hand information inside the state, how state is dealing with this issue. And also this is important because that like scholars have a hard time to collect the data from the states. Like the states are very careful and stingy about providing data to scholars. So the Gaziz has this advantage that from being inside, that he has a advantage of information and data
from the inside. So this makes his dissertation is quite original. And so he has reached several results. He has a very strong theoretical background and conceptual background. He analyzed what is religious extremism and how the states are dealing with the religious extremism in other countries, and also how Kazakhstan is dealing with the situation. And he has sampling data from various regions. He has like southern Kazakhstan, northern Kazakhstan, and also from the university students, and West Kazakhstan, and Almaty and Turkestan region. And I actually noticed one question, like why he doesn't have a data from the eastern Kazakhstan. Like Kazakhstan is really a big country, and this is quite amazing that he was able to analyze, get data from these regions like there are, and so I don't consider this is a defect. And as we see that the most issues are located in the western and southern part of Kazakhstan more than eastern part of Kazakhstan. So in this sense that his like sampling of the regions are quite spread and enough for the dissertation. And also he analyzed how government is state is dealing with this issue, and how coordinating with the Muftiat and other state institutions. So I consider that he's he has a quite like valid and reliable research in terms of studying, getting example from the other countries, and making a comparative analysis how foreign states are dealing with this issue. Also how like Kazakhstan is de-radicalizing and integrating the people who went abroad to conflict zones and for terrorist activities. Kazakhstan had few people compared to, like, let's say, Kyrgyzstan for the populations. So that his contribution is that in how he analyzed the data, that this original data from these regions, and in domestic studies, it is in the aspect of state policy to prevent religious extremism in the youth environment of Kazakhstan that political science is being undertaken for the first time. And this is his contribution to the scholarly work in this topic. And also that the Gaziz was able to identify internal and external factors influencing the policy of prevention of religious extremism in Kazakhstan as a whole, and to formulate his vision or concept of state policy in this area also. So he has a quite original contribution to study of the extremism among youth in Kazakhstan. And these are quite in line with the state policy that the Kazakhstan would like to continue with this harmony
and prevent extremism in the country with the strategy of Kazakhstan to 50. So considering all of these, that I believe that the dissertation of Gaziz is quite original, and he should be awarded as a doctorate in this topic, and myself would like to congratulate him. Thank you very much. Спасибо. Thank you very much. Arjun Seyit Ali. Teşekkür ederim. Rahmet. Şey değil, teşekkürler. Слово предоставляется для ответа на заданные вопросы членов диссертационного совета. Пожалуйста, докторант Газиз, просим ответить на вопросы, заданные членами диссертационного совета. Звук не включили, Газиз. Газиз, у вас звука нету. Газиз, мы не услышали ни одного слова, извините. Сейчас слышно, да? Слышно, да. Ага. Слышно всех. Слышно. Хорошо. Елена Леонидовна, огромное спасибо за заданный вопрос. Вот хотелось бы сказать вот, внутренними факторами распространения вот, религиозного экстремизма. По моему мнению, в Казахстане относятся прежде всего это социальные и экономические вопросы. Если мы эти вопросы будем должным образом уделять внимание, я думаю, что много вопросов мы можем снять. И вот внешние факторы – это распространение религиозного экстремизма. Нужно отнести, вот, допустим, геополитическое расположение Казахстана, то, что вот… приграничные с Казахстаном районы, Узбекистан взять, там, Таджикистан, в принципе, и другие страны, это представляет, как бы, ну, угрозу представляет. Оттуда идут, допустим, в свое время, вот, в период развала Советского Союза, очень много религиозных течений со стороны Узбекистана было, потому что там было огромное давление на экстремистов, или нетрадиционно религиозных людей, которые придерживались. Через интернет, допустим, то же самое огромная опасность представляет. Вот. Потом второй вопрос Бахша Ахметовна задала касательно вот, характеристик экстремистов и личности экстремистов. Ну, как я вот отмечал, что экстремисты, они... У них сильные идеологи есть и сильные убеждения. Через интернет-ресурсы, допустим, я немножко остановлюсь на своей практике, вот когда работал в ВУЗе, тогда, получается, мы проводили профилактические работы именно с теми студентами, которые придерживаются нетрадиционных религиозных взглядов. Получается, когда привлекали мы группу теологов и представителей ДУНК, они... те, кто придерживается нетрадиционных религиозных взглядов, они не хотят вообще слушать и воспринимать информацию. А у них, получается, через интернет-ресурсы, у них есть свои шейхи, есть свои как бы наставники, с которыми они прямую связь поддерживают через интернет-ресурсы. И любую консультацию касательно религиозного вопроса они с ними консультируются, напрямую выходят через 24/7. А проблема вот в наших, допустим, вот если наш, получается, человек, который хочет получить какие-то теологические, религиозные знания, если он даже пойдет в мечеть, в принципе, определенное время только он может пойти. А зарубежные, допустим, теологи, и они, получается, 24/7 работают. Вот это хотел сказать. Если перейти к следующему вопросу, то... Так, сейчас, секундочку. Так.
Светлана Васильевна вот задавала причины отсутствия действия на опережение. Получается, вот превентивные меры, вот получается, действительно, если взять вот пример, вот я изучал документы, есть программы по противодействию религиозному экстремизму, терроризму 2017-2021 годы. Государство выделило порядка 270 миллиардов тенге на работу в этом направлении. Однако, анализируя их материалы, там получается 97% выделения денег было в основном использовано правоохранительными органами на приобретение оружия, на техники и так далее. И всего 2,5% было передано именно на профилактические мероприятия. То есть, получается, доминируют позиции именно правоохранительные органы. Вот так. Так. Это, получается, основная причина. Потом вот третий вопрос задали коллеги, вот там Мурат Утешевич. Это по орталық зерте кім қатысты, сіздің жұмысқа ерекше қандай нелерді? Біздің отандық зерттеушілер, отандық зерттеушілерді мен неғанда Избаировтың жұмыстарын неғылдым, Асылбек Құрбанович Муминовтың жұмыстарын, потом Решетняк деген, Досым Сатпаев, Карин, ну, тағы да біраз адамдарды айтуға болады. Солардың зерттеу жұмыстарын біріншіден қолдандым, екіншіден зерттедім. Сонан кейін салыстырмалы жұмыс жүргіздім шетел теологтармен, ғалымдармен. Угу. Так, сонан кейін мына не тұр, қандай жұмыстар атқарады? Угу. Қандай жұмыс управление по делам религии именно КГУ, қандай цифрлар, центр по негізі олар жақсы жұмыс істейді. Нас мен негізі интернет сайт нелерден алғанда мына жұмыстар өте аз болды. Негізі мен қашан 19 жылы пандемия басталмай тұрғанда сол кезде біраз жиналыстарға қатысқан, мына діни экстремизмге байланысты. Ол жақта мына КГУ мен цифрдің адамдары неден әр регионнан келіп сон баяндама жасаған. Сол баяндаманың ішінде әр региондар не баяндағанда бәрі мықты жұмыс істеп жатыр. Ну, жалпы бәрі де мына интернет ресурсқа байланысты, сонан кейін мына нелерді, допустим, ақпараттық түсіндіру жұмыстары бәрі де дерадикализация бойынша кішкене не жұмыстар атқарып жатыр, ну, толықтау емес деп санаймын. Сонан кейін тағы да сұрақ қойылды, мына ерекше жұмысым туралы, диссертациялық жұмысым туралы, сапасы, ерекшелігі. Жаңалығы, басты жаңалығы, басқа жұмыстардан. Ерекшелігі. Ерекшелігі. Ол қарап жатыр, саясаттанушыларды қарастырып жатыр. Мен негізі мына соңғы жылдағы жағдайларды талдадым өз диссертация жұмысымда. Сонан кейін мына негізі мына практика жағынан өзім зерттедім. Университетте жұмыс істеп жүргенде сол кезде қандай ақпараттық зерттеу жұмыстары мен сонан кейін қандай жастармен қандай жұмыс жасау, сонан кейін мына шетел нелері организациялар, неправительственные организациялар, сонан кейін діни карта жасадым. На бәрін бөліп, на регионға бөліп, одан кейін студенттердің бірінші, екінші курс, соның бәрін зерттеу жасадым. Сол енді так. Здесь вопрос по Светлане Басеевне о теории социального движения, вы не ответили. Да? Теория социального движения. Вот, суть теории социального движения. Она получается, сейчас, секундочку, я в своих пометках.
Это вот теория социального движения, это коммуникативная теория, имеющая цель узнать причины возникновения общественного движения, а также исследовать вклад общества и индивида в события социальной жизни. Вот ключевым объектом, получается, теории социального движения это явление общественного движения. Это вот американский социолог Майер, он определяет, что набор взглядов, убеждений группы людей, ну, получается, хотят изменить социальную культуру, благ и общество. Спасибо. Так. Вот мына не Нурлан Байгабыл бойынша сұрақ қойғанда, неге мына екі регионды алмады, қалған регионды басқа региондарды алды? Негізі мына солтүстік Қазақстан мен шығыс Қазақстанда біріншіден мына статистика бойынша, информация бойынша, діни экстремизм бойынша бір жағынан адамдар аз. Ну, діни экстремизмге қатысты информациялар. А ең көп информация вот Алматы бірінші орында тұр. Деңгейі төмен білімдері вот былай қарағанда. Сонымен мына карантинға байланысты бүкіл республикада жұмысқан жұмыстар кішкене тоқталып қалды сол соған байланысты. Сонымен діни вот радикализмдер вот жоғары деңгейде вот өмір ну талданды. Тағы да бір сұрақ. Сонан кейін мына сұрақ болды, мына 500 студент қалай қарастырылды деген. Ол негізі екі зерттеу жұмысы жүргізілді. Бірінші ол зерттеу жұмысы нақты студенттермен айналысты. Жұмыс анкета жүргізді, карта жасадық ЕНУ-дың базасымен. А екіншісі ол регионда жүргізілді. Онлайн интернет, яно такое. Сол. Тағы да соңғы сұрақ. 8 причин экстремизма, основания для которых, как они квалифицировались? Меры. Ну, 8 причин. Это получается были исследования на основании зарубежных и наших отечественных ученых были вот, допустим, из на основании социологических исследований. Это вот было выделено 8 причин. Вот если есть время, я могу, в принципе, их перечислить. Угу. Спасибо за внимание. Хорошо. Я думаю, что ответы были где-то немножко открытыми, где-то растерялись, но тем не менее вопросы мы получили, на наши вопросы получили ответы. Следующий, благодарю за ваши ответы. Я думаю, все, кто задавал вопросы, они оценят ваши ответы и примут определенные решения. Переходим к дискуссии к официальным рецензентам. Слово предоставляется рецензенту, кандидату политических наук, ведущему научному сотруднику научно-исследовательского института коммуникации и государственной безопасности города Нур-Султана Елене Алексеевне Щелоковой. Пожалуйста, Елена Алексеевна. Добрый день, коллеги. Наталья Павловна, выключите, пожалуйста. Добрый день, коллеги, еще раз. Итак, та диссертационная работа, которая была представлена нам сегодня на рассмотрение, достаточно актуальна. И я бы хотела подчеркнуть, что на сегодняшний день она соответствует, по крайней мере, двум
государственным программам. Это государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму по 2018-2022 годы и государственная программа развития образования и науки на период 2020-2025 года. Кроме того, значимость диссертационного исследования заключается не только в теоретическом обосновании, но и констатации проблем реализации госполитики по предотвращению религиозного экстремизма в молодежной среде. Автор подчеркивает, что наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодежью необходимо активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания, ориентированного на насилие как средство разрешения противоречий. Важно и то, что авторам предложены отдельные меры, конкретные меры повышения эффективности этого процесса в стране в целом. На сегодняшний день востребован непредвзятый анализ сути явлений, связанных с комплексным изучением современного положения казахстанской госполитики и противодействия угрозам религиозного экстремизма среди молодежи. Эффективность ее основных компонентов, обобщение и поиска пути, способов снижения влияния радикальной идеологии экстремизма. Я считаю, что с этой задачей автор справился, извините, достаточно самостоятельно и результативно. Автору исследования удалось на протяжении всего текста диссертационной работы сохранить и смысловое, и логическое единство. Учитывая современные реалии, диссертационная работа, несомненно, представляет интерес как для исследователей проблем, связанных со сферой госполитики по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи, так и для практиков, специалистов госуправления, готовых использовать авторский материал для внедрения в практику работы в молодежной среде. Содержание диссертационной работы и отражает и раскрывает заявленную тематику, так как предлагает решение определенных задач, отвечает на вопросы, поставленные в исследовании. Структура диссертации соответствует поставленной цели и задачам исследования и обладает внутренним единством. Цели и задачи заявленной темы в достаточной мере раскрывают основные аспекты исследования. Автор пытается решить поставленную цель, вытекающую из нее задачи, обоснованно, в достаточно четкой последовательности. Кроме того, в работе выдержана целостная структура, выводы систематизированы и раскрывают содержание работы. Можно подчеркнуть, что представленная работа обладает внутренним единством и представляет собой логическое исследование из взаимосвязанных частей. Ряд терминов, характеристик, предложенных исследованием, представляются весомыми для уточнения существующей среди политиков и ученых многовариантности точек зрения на государственную политику по предотвращению религиозного экстремизма в молодежной среде. Для полноценного понимания влияния государственной системы профилактики и изучения обратной реакции со стороны молодежи, автором исследования проведет социологическое исследование в городе Нур-Султан, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Туркестанской областях для, скажем так, поддержания исследовательской части исследования. Результаты исследования сформированы в рамках предложений и рекомендаций по дальнейшему улучшению системы противодействия религиозному экстремизму, что весьма актуально на сегодняшний день. Полученные результаты, положения, рекомендации отличаются новизной и обоснованностью, что свидетельствует о личном вкладе диссертанта в решение отдельных аспектов исследования проблемы, как практических, так и теоретических. Выводы, сделанные по результатам исследования, являются частично новыми. Полученные результаты диссертационной работы отражены в исследованиях, в публикациях автора, которых 10 в журналах, рекомендованных Министерством образования и науки, и в международных журналах, а также озвученных на конференциях. Управленческие решения, представленные в диссертационном исследовании, являются частично новыми и достаточно обоснованными. Достаточно высокая степень обоснованности основных выводов обусловлена тем, что диссертант анализирует основные аспекты проблемы, как теоретико-методологические, институционно-законодательные, прикладные, и демонстрирует
достаточный уровень обоснования в диссертационной работе. Те выводы, которые были предложены автором, востребованы в казахстанской политической практике. Если мы с вами говорим о положениях, которые были вынесены на защиту, то их порядка 6. Они сформулированы достаточно точно, описаны последовательно и в соответствии с их местом и значимостью в политической жизни современного общества. Ну, здесь давайте я сами положения зачитывать не буду, дабы сэкономить нам время. Итак, положение первое считаю доказанным. Оно не является тривиальным, оно является относительно новым. Уровень для применения средний и доказано в ряде статей автора. Положение второе. Считаю, доказано полностью, не является тривиальным, является частично новым. Уровень для применения рекомендован средний. Также доказаны в ряде публикаций автора. Положение третье. Является доказанным, не является тривиальным, является новым. И уровень для применения рекомендован широкий. Доказано также в ряде публикаций и выступлениях автора. Положение четвертое. Считаю доказанным. Оно не является тривиальным, оно является новым. Уровень для применения рекомендую широкий. Доказано в ряде публикаций авторов. Положение пятое. Является доказанным, не является тривиальным, является новым. Уровень для применения широкий. Также доказан в ряде публикаций автора. И последнее положение, шестое, считаю доказанным, не является тривиальным, является новым, уровень для применения широкий и доказанное в ряде публикаций автором. Таким образом, обоснованные в диссертации идеи могут послужить отправной точкой для новых исследований в области изучения состояния казахстанской государственной политики противодействия угрозам религиозного экстремизма среди молодежи для оценки современной общественно-политической ситуации в Республике Казахстан. При изучении вопросов повышения эффективности государственной политики по предотвращению религиозного экстремизма в молодежной среде в контексте современности и на базе широкого, достаточно широкого материала автор придерживается единой методологии, единых принципов исследования соответствующих проблем. Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научного исследования, методик обработки и интерпретации данных с использованием компьютерных технологий. Теоретические выводы, выявленные взаимосвязи и закономерности, доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием. Автор, я напоминаю, да, осуществил комплексный анализ причин распространения религиозного экстремизма на примере Евразийского национального университета и молодежи города Нур-Султан, а также в областях. Результаты проведенного исследования сформированы в рамках предложений и рекомендаций по улучшению системы противодействия религиозному экстремизму. Исследуя проблемы реализации политики государственных институтов Республики Казахстан, диссертант проанализировал достаточный объем актуальной и научной литературы. Это позволило обосновать позицию автора, предложить некоторые теоретико-практические подходы к повышению эффективности деятельности органа государственной власти по реализации политики по предотвращению религиозного экстремизма в молодежной среде. Я считаю, что автором проделана достаточно серьезная работа с различными источниками литературы. Это подтверждается и понятийным аппаратом исследования, и солидным списком использованной литературы, использованием системно-сравнительного и политологического анализа источников. Те выводы и предложения, которые изложил автор, могут послужить аналитическим материалом в деятельности государственных служащих, политиков, политологов и, конечно, практических работников спецслужб и правоохранительных органов. Диссертация имеет практическое значение. Те результаты и выводы, рекомендации, которые были обозначены в работе, имеют теоретическое и практическое значение и отвечают потребностям казахстанской политической науки. Необходимо отметить, что автор сосредоточил внимание на острых для настоящего времени проблемах Республики Казахстан. Они отражают складывающиеся в новом веке тенденции и требуют своего решения, прежде всего, в практическом плане. Такой подход придает работе не только академическую, но и общественно-политическую значимость. Ценность исследования, считаю, заключается в том, что авторам предложены некоторые конкретные меры по совершенствованию государственной политики по предотвращению религиозного экстремизма в молодежной среде.
Считаю, что диссертация представлена в доступном стиле с аргументированным изложением, применением современных методов исследований, которые дополняют друг друга. На основе вышеизложенного считаю, что работа Газиза можно квалифицировать как законченное научное исследование, а его автор заслуживает присвоения степени доктора философии по специальности политология. Спасибо, коллеги. Спасибо. Елена Алексеевна, благодарю вас. Слово предоставляется второму рецензенту, кандидату политических наук, сотруднику Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Мутарбаеву Азамату Кадырбековичу. Пожалуйста. Спасибо. Хотел поприветствовать всех членов ДИСАВИ, научных руководителей. Многих я здесь знаю, мои преподаватели, научные консультанты. Я всех рад видеть. Защита докторской диссертации позволила мне увидеть своих учителей, кафедру. Вас, Роза Абуталиповна, хотел бы отдельно поприветствовать тоже. Ну, начнем давайте так. Во-первых, работа «Государственная политика Казахстана по возвращению религиозных экстремизм среди молодежи». Но я посмотрел эту работу, изучил ее полностью. В целом сказать, именно в этом аспекте, как именно оценка государственной политики по предотвращению религиозных экстремизм, я таких работ, ну, их меньше, так скажем. В основном давалась оценка проблемы экстремизма в целом. Что актуальная проблема, я могу сказать, что проблема очень актуальна. Современные вызовы, я так считаю, то, что произошло в Сирии, то, что наступает у нас в Афганистане, это новый элемент, она требует своей оценки. Хотя многие представители, вот Светлана Васильевна очень хорошо знает Афганистан, этот регион. Мы знали, к чему это приведет. В 2001 году привело к тому, что за 20 лет там ничего не поменялось, а наоборот ухудшилось. Но поменялась форма, поменялись элементы, поменялась среда, геополитическая сфера поменялась. Поэтому она сильно, я так думаю, мы еще недооцениваем, может, какие-то моменты, но она сильно влияет. И для нас сейчас вызов, как может пойти, как будут процессы происходить в Афганистане, как она будет в целом влиять на Казахстан. Поэтому та проблема, которую излагает в своей работе Досмухамед Улугазиз, это очень интересно, поэтому она актуальна. Казахстан в значительной степени, конечно, продвинулся в действии механизма толерантного, взаимовыгодного взаимодействия различных религиозных течений в Казахстане. Но мы не должны стоять на месте. То есть мы должны, не должны сейчас говорить о том, что работа, сделанная в государстве, это, и останавливаться на этом, сказать, вот у нас все хорошо, действительно механизм отработан. Она требует постоянного совершенствования, потому что среда меняется, условия меняются, геополитическая среда в Казахстане тоже вокруг Казахстана поменялась. Какие главные факторы изменений? Ну, это моя оценка. Первое, пандемия, в которой эпидемия у нас, которая была и идет, которая пандемия, она сильно повлияла на социально-экономический характер в регионе. Спад производства ощущается, рост цен, инфляция. Отдельные экономики, как бы государственные, не вышли на тот уровень до эпидемии, которая была. Она сильно на нас влияет и влияет, конечно, негативно. То есть она формирует социальную среду, которая выражает свое недовольство. Поэтому социально-экономический характер имеет большое значение. Обострились приграничные с государствами регионы, именно проблемы границ Центральной Азии. В эту весну у нас, например, были уже боевые столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это сильно тоже влияет на эти моменты. То есть и по большинству оценков и экспертов приход к власти Афганистана движения «Талибан» и формирование им исламско-политической судебной системы активизирует ценность так называемого политического ислама. Мне кажется, это неизбежно. Она приведет к тому, что, конечно, ценности политического ислама, его роль в современных обществах, она будет меняться, трансформироваться, она будет давать какой-то определенный толчок и нам, и Казахстану
придется столкнуться с такой пропагандой, с такой как бы информационным воздействием. Прогнозируется рост сторонников радикального ислама и пропагандных ценностей среди казахстанской молодежи. Это вот по мнению многих экспертов, с кем я видел, чьи работы читал, смотрел, и я как бы соглашусь с этим. Данный процесс все больше значение приобретает способность государства защитить население от информационного и идеологического влияния религиозного экстремизма. И от этого как научные экспертные круги смогут выработать подходы по противодействию данным вызовам, во многом зависит перспектива развития межрелигиозных отношений в Казахстане и в регионе в целом. Имеющийся социально-экономический труд тоже формирует, я как сказал выше, именно особенности среди молодежи. Отсюда необходимость развивать и совершать государственную политику в сфере предотвращения религиозного экстремизма в среде молодого поколения казахстанцев, как ключевой элемент сохранения стабильных межконфессиональных отношений. Но главная проблема заключается в ответе на вопрос, что представляет собой в настоящий момент государственная политика по предотвращению религиозных семей, и насколько власть и общество готовы к решению тех задач, которые стоят перед ним в современной геополитической реалии, закономерности общественного развития в Казахстане. Ответ на данный вопрос без тщательного анализа практически с использованием различных государственных и как бы поведенческих сформирований чрезвычайно сложно. Во-первых, настораживает отсутствие единого комплекса подхода по ограждению населения от радикальной идеи и формированию информационного пространства. Как бы мы ни говорили, в 12-13 годах, когда была проблема в Сирии, когда туда выезжали наши граждане, они по воздействию информационного воздействия, интернета туда выезжали, и сознание у них абсолютно было радикализировано, менялось. Ну, ключ, как это остановить или как это противодействовать, к сожалению, надо совершенствовать, не надо останавливаться на достигнутом как бы, в этом плане. Второе, социологический замер свидетельствует о росте религиозности в самом казахстанском обществе. В этом есть позитивные моменты, когда население верит в Бога, когда сторонники каких-то ценностей религиозных, она дает как бы мораль, нравственность, но есть и использование этого инструмента каких-то в политических целях. Поэтому здесь тоже надо очень осторожно подходить и тоже изучать. Но основная проблема заключается в том, что действительно государственная программа противодействия религиозной силе способна стать интегратором общественных государственных интересов в религиозной сфере и сформировать у казахстанской молодежи так называемый иммунитет от радикальных религиозных идей. Все это сказанное и объясняет актуальность и практическую значимость рецензируемой мной работы, а также ее связь с общенаучной и общегосударственной программой. Научные результаты. Второе. В результате проведенной исследования диссертант получил следующие научные результаты. Я давайте не буду их как бы перечислять, да, коротко. Я сразу перейду к результатам. Результат первый. Обоснованность результата определяется достаточной степенью научного автора работы зарубежных исследователей, религоведов, культурологов, политологов, социологов, в том числе идеи, рассматривающих теоретические и практические проблемы роли религии, религиозных экстремистов современных государств. Изучение систематизации изложенных в этих работах данных позволило Газизу, я так считаю, применить предложенную в них методическую и фактуру и анализ представленных проблем, а также послужило основанием для верной, достаточно аргументированной постановки цели задачи исследования. Второй результат. Обоснованность достоверности результата определяется анализом обобщения имеющих практики изучения религиозных экстремизмов зарубежных стран, которые его видно по литературе, которой диссертант ее использовал. Я считаю, что именно практика зарубежных государств дала какие-то определенные выводы по этому результату. Результат третий. Данные базируются на изучении автором специфики реализации государственной политики противодействия религиозным СМИ зарубежных государств. Тоже здесь ссылка идет на зарубежные. Я считаю, что большой массив материалов был изучен, а те из зарубежных специалистов религиозных и молодежной среде. Четвертый результат. Обоснованность выводов исходит от проведенного сравнительного анализа, который он провел, опыта регулирования религиозных отношений и противодействия религиозным экстремизмам зарубежных государств и возможности применения отечественной практики. Пятый результат. Достоверность результата определяется системной проработкой, нормативно-правовой базы, как здесь мы обсуждали его работу, представленных шагах государственных институтов, дерадикализация, реинтеграция людей, вернувшихся из террористической активности. Шестой результат. Обоснованность результатов основываясь на практических проанализируем докторанта ключевых причин радикализации казахстанской молодежи, которые он
на примере учебных заведений Евразийского национального университета, регионов Казахстана, Нур-Султан, Актюбинск, здесь вот до этого было высказано, регион Актюбинская, Западно-Казахстанская, Алматинская. Степень новизны. Давайте перейдем уже к научному результату, выводу соискателя Сваринова диссертации. Так, результат первый. Является частично новым, я считаю. Данная проблема изучалась в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей. И хотя по сравнению с этим исследованием диссертат не привнес ничего принципиально нового, предложенный им анализ проблем религиозного экстремизма в аспекте его влияния на молодежь СУ представляется необходимым. И это позволяет докторанту строить свои выводы и заключения не на пустом месте, а на конкретном фактическом материале. Результат второй является частично новым. Проблема религиозного экстремизма достаточно изучена, но практики его предотвращение у всех разное, я считаю, имеется в виду государство. Все зависит от внутриполитических, экономических, идеологического процесса конкретно взятого государства. То есть я говорю из реалий конкретного какого-то государства, из его внутренних процессов. Докторант на основе изучения международной практики по предотвращению экстремизма дал свое видение ее применения в казахстанских реалиях. Результат третий, четвертый, я как бы в общем конве скажу, я его как бы совместил. Несмотря на то, что некоторым выводам определенного автора можно поспорить, предложенный диссертатом анализ представляется новым и достаточно степени интересным. Этот анализ позволил сделать заслуживающие внимания выводы, ну, по моему мнению, по проблеме особенностей государственной политики по предотвращению религиозного экстремизма на примере отдельных государств и Казахстана. И в этом смысле данный результат может рассматриваться как новый. Результат пятый является новым. В отечественных исследованиях именно в аспекте государственной политики по предотвращению религиозного экстремизма молодежь среди Казахстана в политологии принимается, я считаю, впервые. Результат шестой является новым. Результат сумел выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на политику профилактики религиозного экстремизма именно в Казахстане в целом. И сформулировал свое видение на конечную и концепцию государственной политики в данной сфере. Пятое. Оценка внутреннего единства и полученных результатов. Структура диссертации соответствует поставленной цели и задачам исследования. Изложенные работы характеризуются последовательностью и логической связанностью раскрытия поставленных целей и задач, выработанных предметов и объектов исследования. Шестое. Направленность полученных результатов решения соответствующих представляется диссертационной работой Досмухамбета Улгазиза, выводы теоретических подходов и рекомендации позволяют глубже понять проблему реализации государственной политики в сфере предотвращения религиозного экстремизма молодежи Республики Казахстан. Данная работа содержит новые научно обоснованные результаты, которые решают важную научную проблему раскрытия содержания сущности системного подхода государства и общества в данной чувствительной сфере, как религия и радикализм, контекст современных политических процессов, которые сейчас в Казахстане происходят. Сделанные диссертантом выводы, предложенные рекомендации, являются существенным вкладом, я считаю, в процессе обеспечения эффективного функционирования государственных институтов Республики Казахстан. Теоретические выводы диссертации и его научные результаты являются необходимым условием для реализации государственной стратегии Казахстана до 2005 года, которая у нас принята и реализуется. Представляет практический интерес как для властных структур, а для властных структур, общественных организаций, так и представителей научных кругов, магистрантов и докторантов, а также сферы политологии, социологии, религиозного экстремизма, религиоведения и государственного управления. Седьмое. Подтверждение опубликованного основания результатов, он выводы заключает диссертацию. Научной публикации, я считаю, что достаточно, он как бы подтверждает его основные выводы, он их изложил в этих статьях. Я эти отдельные статьи посмотрел, я считаю, что она... По недостаткам работы будем или сразу же перейдем? Как? Роза Абдулипова, будем, нет? Недостатки работы. Простите, это же дискуссия идет, обсуждение. Можете огласить, который будет? Давайте. Вот то, что недостатки, я считаю. В целом, положительно оценивая диссертацию, хотел бы высказать несколько замечаний такого полемического характера. Главное, что сразу бросается, ну, по крайней мере, в глаза в данной работе, это отсутствие трудов современных арабских, иранских теоретик в области исследования религиозного экстремизма. Я вот, например, не видел этой работы. На сегодняшний день, так или иначе, данная проблематика, в частности, радикализация молодежи на Ближнем Востоке, непосредственно столкнулась с именно Ближнего Востока.
И их методы, и их подходы именно по минимизации радикализации молодежи на том опыте, который мы знаем, что это была арабская весна, сейчас вот это прошло уже лет 10 ситуация, мне кажется, там были какие-то определенные работы, я, по крайней мере, эти статьи читал, но этого я не увидел. Да, диссертант после серии, вот, да, там вот приняты основные законы, Атнель, вот мне кажется, что диссертант необоснованно, не совсем обоснованно рассматривать именно этот период, как начало принятия государственной религиозной политики. По-моему, главное здесь прошло создание неэффективной государственной политики по предотвращению религиозных экстремизмов. Ну и дальше, в целом, я бы хотел бы отметить, что вообще в целом работа, что масштаб государственной политики, который он сделал выводы, но он, я так считаю, что имело слабо аналитическое понимание проблем процесса. Я думаю, что не было комплексного подхода государства по минимизации угроз информационного сопровождения профилактических мер. То есть целостный. Может быть, анализ-то был, у нас эксперты есть и во властных структурах, и в научно-исследовательских институтах, но не было его как бы связи комплексной. Поэтому я считаю, что вот эта диссертация. Но вышесказанные замечания, хочу подчеркнуть, носят полемический характер и не снижает общую оценку, положительную оценку лицензионной работы. Десятое. В соответствии с требованием правил присуждения ученых систем, диссертацию до самого момента Улагазиз, государственная политика Казахстана по предотвращению религиозных экстремизмов среди молодежи можно квалифицировать как законченное научное исследование, которое вносит определенный вклад в исследование проблем государственного управления, политического процесса и влияние информационных технологий на развитие политических институтов. И на основании вышеизложенного считаю, что Досмагомед Улагазиз заслуживает присуждения ему ученой степени доктора философии серии 60050220 политологии. Официальный рецензент Утарбаев Азамат. Хорошо, благодарю вас, Азамат. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Личное время, но тем не менее мы полностью выслушали вас. Спасибо. Спасибо. Да, такой большой и очень, как говорится, объективные взгляды ваши на диссертацию. Официальное обсуждение закончено. Есть желающие высказаться, пожалуйста, коротко, соблюдая регламент. Желающие высказаться есть? Позвольте реплику, коллеги. Пожалуйста. Ну, это, наверное, прежде всего к Азамату Кадырбековичу, потому что нельзя объять необъятное. То есть, если Газиз продолжит работу, пожалуйста, он может брать арабский опыт. Но в одной диссертационной работе все это соединить достаточно сложно. И потом, при всех недостатках работы, которые действительно присутствуют, но когда практики приходят в науку, я считаю, что для науки это большой плюс. Они приходят с полей, так скажем. Они приходят с определенным практическим опытом работы и с проблемами, четко обозначенными. Что было в случае с Газизом? Ну а, скажем так, продолжать работу в этом направлении нам придется постоянно, потому что ситуация, несмотря на все принимаемые меры, я считаю, ухудшается. Мы проворонили 90-е годы, а сейчас мы просто получаем, скажем так, по заслугам. И если практики предлагают нам, ну, ученым, практикам, госструктурам, какие-то инструменты, которые отработаны, это огромный плюс. Спасибо. Спасибо, коллеги. Угу. Наталья Павловна, вы хотели, да, сказать? Добрый день, уважаемая Роза Уталиповна, добрый день, уважаемые коллеги, члены диссертационного совета. Всех поздравляю с открытием, будем так, диссертационного сезона. Я несколько слов хотела бы сказать. Дело в том, что первую работу, которую мы обсуждали на кафедре, вы все помните, члены нашей кафедры, она имела ряд существенных замечаний. И сегодня, когда мы видим доклад, я ознакомилась уже с новой версией на сайте, мы видим квалифицированную, систематизированную работу, имеющую, вот сегодня все подчеркивали, сугубо прикладной характер. Дело в том, что мы прекрасно знаем, что интеллектуальное развитие молодежи
снижает градус насилия. И вот эти аспекты, они тоже просквозили. Более того, с учетом, мне очень понравился, выписан очень хорошо международный опыт. И те технологии, которые предлагает наш докторант, они сегодня достаточно на «вы». И сегодня Азамат совершенно верно подчеркивал, что по данной теме диссертации очень мало диссертаций, ну, можно по единицам, когда в контексте по молодежной проблематике их достаточно много уже. Поэтому вот это направление, очень серьезное направление, и вчера президент в послании своем акцентировал внимание и на роли молодежи, и на той обстановке, которая складывается, особенно в приграничных странах и регионах, это говорит о том, что на это надо пристально сегодня обращать внимание. Я здесь полностью поддерживаю мнение и научных консультантов, и мнение официальных оппонентов, что работа диссертабельная, она публично хорошо представлена, и, безусловно, она требует положительной оценки. Я хотела бы только на две ремарочки остановиться, что бы я хотела видеть в этой работе. Вот здесь Медет присутствует, он прекрасно знает, сколько сегодня, насколько важна социальная поддержка молодежи, именно социально-проблемной молодежи. Поэтому если в этом контексте выписана была еще и достаточно хороший раздел, то это бы только украсило. То есть государственная поддержка через вот такой социальный контекст, а это действительно очень уязвимая молодежь, она бы, конечно же, заиграла по-другому. Далее я почему-то предполагала, что все-таки Газике сделает акцент, что сегодня очень в мировом сообществе и в науке обсуждается вопрос о создании самостоятельного комитета и агентства. Он вскользь там так это прописал. Это было бы очень хорошо, поскольку сегодня это и у государственных чиновников на слуху. И самое главное, если наука, как прикладная, будет рекомендовать такой аспект. И последнее, что я хотела сказать, я, может быть, не совсем согласна с тем, что вот среди инструментов вот, в социальных сетях нужно продвигать Рухани Жангыру, Менгеле Кьель и так далее. Но это, будем так говорить, немножко вчерашний день, и в социальных сетях, где сидит молодежь, они не будут этого продвигать. Это забота, наверное, государственных и научных организаций. В целом они все носят рекомендательный характер. Получилась замечательная работа. Я еще раз подчеркиваю, что те данные исследования на базе Евразийского университета, это сегодня крупная молодежная среда, около 20 тысяч обучающихся, вот это, взять этот прикладной материал, очень было важно его правильно структурировать. Благодарю за внимание. Я думаю, что уложилась в экране. Спасибо, Наталья Павловна. Вы очень достаточно и всегда, поддерживая докторантов, отвечаете самые актуальные проблемы, которые именно в исследованиях с вашим взглядом видно. Спасибо. Ну, я думаю, достаточно обсуждений, дискуссий. Мы полностью получили все информационные ваши высказывания. Ваши, как говорится, положительные результаты. И я думаю, если есть какие-то еще желающие, то могу дать слово только очень коротко. Мы укладываться должны в регламент. Ну, зовут Алипина, можно? Пожалуйста. Рахмет. Айталерыңыз. Ага, жалпы жасалған жұмысқа рахмет. Бірақ та ізденушіге және болашақ докторанттарға ұсыныс ретінде. Презентация барысында, таныстырылымда. Ұстанған теориялар мен негізгі зерттеушілерге қысқаша тоқталып кету қажет. Екіншіден, диссертацияда қосымшада, яғни приложенияда қолданылған әдіс бойынша зерттеу бағдарламасы толық салынса, яғни болашақта артық сұрақтар, яғни туындамау үшін. Рахмет. Рахмет, Нұрлан Құралбайұлы. Мен ойлайын, келешекте біздің ғылыми жетекшілерге бұл өздер не болады, ұсыныс болады.
кейінгі диссертацияға біз сіз айтқандай назар өте жақсы қатал назар аударатын сияқтымыз. Рахмет. Если нет выступающих, прошу заключительное слово дать докторанту. Возьмите, пожалуйста. Дарптестер, уважаемые коллеги, председатель, члены диссертационного совета и гости. Я хочу поблагодарить действительно, что все внимательно выслушали все замечания, которые и предложения я учту в дальнейшем, потому что эта работа очень для меня близка, интересна. Я и по сей день, находясь, вот, допустим, не в стенах университета, я вот, допустим, в Болошаке работал более года, сейчас работаю тоже с молодежью. Мне очень интересно, допустим, продолжить это направление. Вот, постоянно изучаю новые материалы, как рецензенты тоже сказали, вот, что я не изучал именно Ближний Восток, потому что как бы, я вот цель как бы не ставил именно Ближний Восток, потому что это будет очень такая обширная тема, которые ну, невозможно это все уместить в одной диссертации. Конечно, я в будущем буду учитывать эти все моменты и буду продолжать в этом направлении работать. И я надеюсь, что ну, мои научные статьи, публикации мы еще увидим. Огромное спасибо всем, что сегодня пришли, поприсутствовали. Очень много коллег, сокурсников моих, они присутствовали, они болели за меня и за такой как теплый такой прием. Вот давно мы вместе друг друга знаем, давно вы преподавали, вы мои наставники. Хочу огромную благодарность выразить каждому, ну, всем и каждому персонально. Спасибо всем вам огромное. Вот. Хорошо, спасибо, Газис Усмухамбетулы. Итак, мы закончили рассмотрение диссертационной работы Усмухамбетулы Газиза. Теперь, уважаемые члены диссертационного совета, переходим к тайному голосованию в онлайн-режиме. Слово предоставляется ученому секретарю для проведения процедуры онлайн-голосования. Конечно, приятно, около 60 человек присутствовали на вашей защите. Это очень как бы говорит о том, что тема очень интересная, актуальная. Поэтому благодарю. Спасибо, Роза Талиповна. Для того, чтобы перейти к процедуре голосования, здесь в этом зале могут оставаться только постоянные и временные члены диссовета и два официальных рецензента. Думаю, 100% все за. Значит, получение научной степени доктора философии. Поэтому от имени диссертационного совета поздравляю Досмухамбетулы Газиза с успешной защитой диссертации и желаю вам дальнейших творческих успехов. Все услышали, думаю, да? Да. Итак, квалификационные признаки диссертации состоят из таких пунктов. Первый, 8.1 характер результата диссертации. Пожалуйста, 8.1.1 теоретическое положение, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления. 8.1.2 – решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, экономическое или политическое значение. 8.1.3 – научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического процесса. Я думаю, пожалуйста, у вас такие мнения будут? 8.1.2? 8.1.2, Роза Уталиповна, предлагаем. Да, да. Все? Я думаю, все согласны. Члены диссертационного совета.
Да. 8.1.2. 8.2. Уровень новизны результатов диссертации. 8.2.1. Результаты являются новыми. 8.2.2. Отдельные результаты не новые. 8.2.3. Значительная часть результатов не нова. 8.2. Ну, какое мнение? 8.2.2. 8.2.2. 8.2.2. Принимается. Ценность 8.3. Ценность результатов диссертации. 8.3.1. Высокая. 8.3.2. Удовлетворительная. 8.3.3. Неудовлетворительная. Какие будут мнения? 8.3.1. 8.3.1. Еще. 10 совет, это очень важно. Ценность результатов диссертации. Я тоже так считаю, 8.3.1. Да? Тогда мы принимаем, да? Остальные, да, как вы думаете? 8.3.1. Я тоже думаю, что 8.3.1 присоединяюсь к нашим коллегам. Да? Принимается высокая. Далее 8.4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. 8.4.1. Тема входит в государственные, региональные, научно-технические программы или в программы международных исследований. 8.4.2. Тема входит в программу фундаментальных исследований, отраслевую программу, планы научных организаций и высших учебных заведений. И это инициативная работа. Я думаю, 8.4.3. Да, 8.4.3, да. Инициативная работа была, потому что в планах мы нигде не видели, чтобы оно было. Следующий, 8.5. Принимаем, да? Инициативная работа. Да, да. Да, да, да. 8.5. Уровень внедрения, результаты диссертации, имеющие прикладное значение, рекомендации по расширенному использованию результатов диссертации, имеющие прикладное значение. 8.5.1. На международном уровне, 8.5.2 на межотраслевом уровне, 8.5.3 в масштабах отрасли, 8.5.4 в рамках организации, 8.5.5 требует расширенного использования, 8.5.6 не требует расширенного использования. 8.5.2, Роза Утолипна, предлагаем. На межотраслевые, междисциплинарные отношения, да, Елена Леонидовна? Да, конечно, конечно. Да, кто еще? Все согласны? Да, 8.5.2, да. Да, да, согласна. 8.5.2, да? 8.5.2. Это междисциплинарный, среди гуманитарных наук считается межотраслевым. Все? Приняли, да? Итак, значит, по представленной диссертационной работе мы приняли определенные и квалификационные признаки, мы приняли свои решения утвердить то, что мы проголосовали или в общей сложности устно сказали. Против возражений нет. Итак, заключение и квалификационные признаки диссертационной работы принимаются единогласно. Далее. Уважаемые коллеги, благодарю вас. Заключение принято. Заключительное слово предоставляется диссертанту Досмухамед Лазизу. Пожалуйста. Уважаемый профессор, преподаватель, состав, ученые, коллеги, хочу поблагодарить вас за столь высокое доверие получить такое высокое звание доктора PhD. Вы все очень как бы с пониманием отнеслись, что эта тема очень актуальна и необходимая. Я обязуюсь, что в дальнейшем эту науку продолжу. Я буду
дальше внедрять, как сказать, свою лепту не только в университет, но и в целом буду стараться для нашей страны в области противодействия религиозному экстремизму. Акцент сделан на молодежь, потому что молодежь – это наше будущее. Вот, если вот взять, у меня вот дети тоже подрастают, старший сын уже как бы работает, магистратуру закончил, второй сын студент, третий вот школу заканчивает. Я хотел сказать, что действительно эта проблема для меня тоже как не просто взята с потолка, а вот я сам вижу молодежь, когда есть определенные, как сказать, проблемы или как бы недостатки, с которыми, ну, как каждый человек должен приносить лепту в свою очередь. Огромное спасибо хотел сказать диссертационному совету, председателю диссертационного совета, временным членам диссертационного совета, рецензентам. Было очень приятно сегодня услышать замечания, рекомендации. Огромное спасибо научному руководителю, зарубежному консультанту. Вот, несмотря на то, что находится в дальнем зарубежье, вот, он смог присутствовать и уделить внимание. Всем хотел сказать огромное спасибо. И... Хорошо, Газис. Сейчас поздравляю, творческих удач и успехов. Так, уважаемые члены диссовета, какие имеются замечания по ведению диссертационного совета сегодня? Розаута Липовна, можно несколько слов? Пожалуйста. Но не к вопросу о замечаниях, а просто я хотела тоже поблагодарить всех коллег за то, что сегодня вот в таком оптимальном режиме мы открыли, как Наталья Павловна сказала, сезон защиты диссертационных работ. Наш диссертационный совет работает в новом составе, по новым правилам, по новому положению, с людьми, которых сегодня было очень приятно видеть, особенно тех, кто вот впервые в нашем совете, наши коллеги, очень приятно было. Нам очень приятно было выслушать рецензентов, с которыми мы давно и хорошо знакомы. Тоже огромное вам спасибо, Елена Алексеевна, Азамат Кадырбекович. Очень приятно было, что вы высоко оценили работу Газиза, который прошел такую большую школу, школу вот кафедры политологии нашего университета. Газиз, отдельно вас хотелось поздравить. Ну и, безусловно, Кагажда Лёхана, вам, рахмет, Роза Уталиповна, вам за то, что вы так блестяще организовали работу нашего совета. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Очень приятно было встретиться в этом составе. Благодарю, Елена Леонидовна, за такое высокое доверие. На этом я считаю, что заседание диссертационного совета по защите диссертации Досмухамед Улыгазиза считаю закрытым. Всем успехов и крепкого здоровья. Дай Бог нам встретиться на второй защите уже где-то в конце октября. Ну, может, еще кто-то хочет сказать? Вы хотите сказать, Марина Ирина? Нет, может быть, народ хочет кто-то сказать? Роза Анатольевна, с вашего позволения, можно я скажу пару слов? Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Прежде всего, диссертационному совету хочу поблагодарить, поскольку Газиз Досмухамедулло свое диссертационное исследование подготовил на кафедре политологии под четким руководством профессора Анучка Марины Юрьевны и, разумеется, всей профессуры кафедры политологии. В этой связи столь интересное обсуждение диссертации, я полагаю, связано с той работой, которая организована на кафедре политологии. И, разумеется, Газиз Досмухамедулло, я вас поздравляю с успешной защитой и всех коллег, поскольку диссертационный совет очень интересно организовано, и работа, разумеется, вызвала большой интерес у всех наших коллег и в том числе у наших докторантов. Спасибо. Всего доброго. Розаута Липовна. Сәлеметсізбе. Мен де бір сөз айтып, бір ауыз сөз айтып тастайын. Розаута Липовна, Қырғаш Дәлелханова, диссовет мүшелері. Бәрлеріңізге, сіздерге үлкен рахмет осындай жемісті жұмыстарыңыз үшін. Жеке Марина Юрьевна, большой-большой, ну, большое поздравление Марине Юрьевне. И, Газиз, вас тоже поздравляю. Благодарю.
И вам всем желаю, всем желаю хороших докторантов. Всем огромное спасибо. 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 Леся Ролановна. Да, коллеги. Вы украсили наш диссовет. Спасибо вам большое. До новых встреч. Да, спасибо большое. Роза Филипповна. Извините, Леся Ролановна. Я после вас. Да. Да нет, я хотела просто поблагодарить, пожелать диссертационному совету дальнейших очень интересных работ, таких ярких защит, интересных докторантов, защищающихся, успешные работы, и да, готовы и дальше украшать ваш состав. Роза Талиповна, я хотела от себя выразить огромную благодарность временным членам диссовета, которые вовремя, прямо оперативно отвечали на мои письма, на мои сообщения. Я очень благодарю вас. И Дмитрия Александровича за присутствие сегодняшнее. И официальные рецензенты, вам огромное спасибо. Сегодня вот все присутствуют прям на 100%. Кворум был 100%, поэтому мы очень рады, что так у нас все получилось. Хочу поздравить Газиза Досмухамбетова с успешной защитой и Марину Юрьевну. Она очень переживала за своего докторанта. Вот всех поздравляю с успешной работой сегодняшней. Харвард Алиханна, от имени председателя диссовета вам объявляю благодарность. Рахмет. Большое спасибо вам, Харвард Алиханна, за оперативность, терпение и профессионализм. Вы всегда были на связи. Спасибо, благодарю. Мы все-таки попрощаемся. Уже. Всем до свидания. Удачи вам, диссовет, что у вас работал хорошо. Давайте, удачи вам. Рад был вас всех видеть. Всем Абджумурзага рахмет. Газиз, поздравляю. Защиту успешно. Спасибо огромное. Спасибо. Давайте, удачи. Удачи. Результаты голосования утверждены.